Стоимость проездных билетов для студентов, школьников и граждан, ранее имевших право на приобретение единых социальных проездных, не превысит уровень 2016 года. Такое решение приняли сегодня по согласованию с мэрией транспортной организации, ведущей пассажирские перевозки в Великом Новгороде. С 1 января на всех городских маршрутах месячный проездной билет для граждан будет стоить 1980 рублей. Столько же составит цена на проездной билет для студентов. При этом студентам-очникам предусмотрена адресная социальная поддержка в виде денежных выплат в размере 980 рублей на один билет. Месячный проездной билет для школьников будет стоить 800 рублей. Для ветеранов войны, блокадников, бывших несовершеннолетних узников цена проездного составит 500 рублей, а для отдельных категорий федеральных и областных льготников – 1200. Адресная социальная поддержка предоставляется в прежнем порядке и размерах. Все виды проездных билетов можно приобрести, начиная с 21 декабря в специальных пунктах продаж, а также расчетно-кассовых центрах и почтовых отделениях Великого Новгорода. Подробная информация опубликована на сайте правительства области.